До поезда 20 минут, а ты? Плакала золотая шайба вот такими слезами. Плакала. И как назло во дворе ни одного мальчишки. А Игнат? Игнат, мужик называется, хуже всякой девчонки. Вот скоро дом сдадут, парней будет. И надо же, самый разгар сезона. А куда они уехали? Да не все равно. Уходишь? Ага. Завтра прогноз Иванович опять вызывать будет. Он хоккей не любит и хоккеистов тоже. Пойдем домой, правда, а то я замерз. Братцы, мы спасены. Зина! Зин! Можно маленький маскарад? Угу. Ну кто перед вами? Ура, братцы! Мы спасены! Они похожи как две шайбы. Так они ж близнецы. Будешь играть у нас центра. Всю жизнь мечтала. Ну ты, Матазина. Ну, дурак. Она будет у нас играть в нападении. Ты мою натуру знаешь. Зина, Зиночка! Зин, во дворе ни одного мальчишки нет. Твой брат не в счет. Выручи нас. Очень мне это нужно. А на сборе отряда целый час про дружбу трепалась. А когда дело дошло, сразу в кусты. Коль, я ведь не сумею. А потом у меня драм-кружок. Интересно, что вы там ставите? Кошкин дом. А твое-то какое дело? И кого ты там играешь? Курицу. Мокрую общипанную курицу. Не мокрую, а многосемейную. А Люське кошку дали? Дали, ну и что? Ничего, она просто талантлива. Кто талантлива? Это хитрая интригалка? Ну что там? Моя натура стоит на коленях, а Зинка бегает вокруг него и дергает тебе уши. Дергает? Да перестань ты тереть. Уже не дергает, а обнюхивает, как кошка. Поправь шапку. Развели самодеятельность. Ну ты же гениальная актриса. Правда? Ты мою натуру знаешь. А наш режиссер говорит, что я перевоплощаться не умею. А твой режиссер, если ты сыграешь роль мальчишки перед всем городом, все роли театра и кино будут твои. И Золушка тоже. Ударили по рукам! Да тише вы, соседи! Зин, ну-ка повернись. Вот это отстричь. Завтра первая тренировка. Ну да, чтобы засмеяли. Ну, твоя же мамаша ходит без кос. А моя мама геолог, и волосы ей мешают. А актрисе не мешают. Но они же парики одевают. И нафталина посыпают. У него бабушка в цирке работает, она все знает. Точно. Ну, к лету отрастут, Зин. Ни за что. Мальчишка. Здравствуй, Зиночка. Здрасте. Ничего женского. Профессор, вас должны сегодня спрашивать? Да, я сегодня должен делать доклад о Пушкине. Выучил? А как же? Будь другом, скажи, что не выучил, а? У тебя что, Колька,
Шайба от хоккея сдвинулись. Долгу не останусь, ты мою натуру знаешь. Ты мне не верил, а я же говорил, что тебе понравится. Но ты вообще не увлекайся, школу запустишь. Вон, шайбы в карманах стал носить. Запишите домашнее задание. Какую эпоху изображает Пушкин в повести Дубровский? Колька. Кто из действующих лиц вам понравился больше всего? Тема для домашней письменной работы. История жизни Владимира Дубровского. Вопросы будут? У меня. Что у тебя? Вот здесь. Живот болит. И очень сильно. Ну, выйди. У него всегда очень сильно. Вчера ему Игнат Клюшка по животу съездил. И мне тоже, вау. И мне тоже чуть глаз не выбил. Что? Из-за тебя я чуть глаза не лишился. Ты что, дерёшься сейчас как дам? Играть надо осторожней. Где тебе мотозина? Пойди погуляй. Ну, а сейчас Игнат Климов расскажет нам о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Климов, что с тобой? Не могу. Почему? Живот. И у тебя живот болит. А разве у отличников животы не болят? Ты приготовил доклад, Климов? Приготовил. Рассказывай. Тамара Вадимовна. Вы уж Игната не ругайте. Он уроки не выучил из-за нас. Он сейчас усиленно тренируется. Кто тренируется? Ты, я, вся наша команда. А чего здесь плохого? Чего скрывать, не понимаю. Да ни в какой хоккей я не тренируюсь. А это что? Вот шайба. Я от тебя, Климов, никогда этого не ожидала. Урок окончен. Осипов, отнесешь тетради в учительскую. Сейчас Валерка приведет мухомор, я буду говорить, а ты слушай. Если хочешь, улыбайся. Не хочу улыбаться. Давай. Ну, сейчас домой без штанов пойдешь. Ты мою натуру знаешь. Молодец, Игнат. Иди, иди. У нас профессор не только в классе. У нас новый нападающий появился. Сейчас я тебе его покажу. Класс, как играет. Вон он. Кэп, а где ж ваш нападающий? Разуй глаза. Тютя вместо Витьки? Ну-ну. Через неделю ты его увидишь на льду. Тихо, Киркир идет. Ну, тигры, что делать будем? Во дворе мальчишек-то нет. Как нет? А Игнат? Три Климов. А что? Терпение и труд все перетрут. Мы к вам, профессор. Что вам надо? У нас к тебе дело, Игнат. Никаких дел я с вами иметь не желаю. Проходите, ребята, садитесь. А тебе, Мотозина, я этих подтяжек никогда не прощу. Да не обижайся ты, понимаешь? У нас выхода другого не было. Зато теперь вся школа знает, что ты настоящий тигр. А тигр звучит лучше, чем тютя. Ну, конечно, лучше. В общем, так, будешь играть у нас с центра, понятно? Слышите, ребята, уматывайте-ка отсюда, мне заниматься надо. В наше время людей ценят не по крепости ног, а по силе ума. Игнат, да ты не понял. Играть буду я вместо тебя. А ты сиди себе, занимайся. Хочешь, изобретай. А все будут думать, что я – это ты, а ты – это я. Правильно, и в школу можешь ходить. День за себя, день за Зинку. Вот здорово. Пятерку себе, пятерку Зинке. Мне б так учиться. Ну-ка, Зин, принеси-ка платье, пускай Игнат примерит. Представьте себе, приходит Игнат в школу и говорит:
Девочки, какое себе платье шило, просто заглядение. Ну-ка, примерь. А может, и курицу еще заставите играть? Ах, вы мои цыпляточки! Ах, вы мои шайбочки! Ко-ко-ко! Игнат, что с тобой? Ничего, можешь меня поздравить. Я теперь не Игнат, а Зинка. А Зинка не Зинка, а я. Не курица, а центр тигриный. Такой щелчок только у меня и у Фирсова. Видала по телевизору хоккей? Видела. Вот это шайба, а вот это клюшка. А вот это вот воображала. Штука! Вот это удар. Случайность. Случайность? На, завтра пришьешь. Спасибо. Ну где же они? Кстати, из-за них тепло. Привет. Наконец. Иду. Ну что же вы? Автобус сломался. Да, что? Давай быстрее. Здорово, ребята. Витька. Привет. Здорово, Витька. Привет. Валерка, привет. Здорово, Витька. Давай быстрее. Здорово, отменили. Ну, тигры, поторапливайтесь. Через 15 минут игра. Через 15 минут Игнат идет в кино. И никакая сила его не удержит. У него билеты на 2.30. Попали. Да помолчи ты, и без тебя тошно. Ну как там, выиграли? Тебе еще нельзя выходить. Игра на 2 часа задержалась. Да я в кино из-за вас опаздываю. Ну, Игнат, ну, миленький, ну, хочешь, все, что хочешь, сделаю. Ну, в шахматы сыграем. Или в морской бой. Иначе... Ты и вправду не пойдешь? Не пойду. Честное слово! Ура! Иди, иди, от тебя не пятерки получать, профессор. Женьки нет? Не видно. Не уходи от силовой борьбы. Нашим вожатым и тренером. Мы, 3Б, посвящает тебе стихи. Давай. 3Б тобой гордится. Мы хотим с тобой дружиться.
Обещаем мы тебе и в учебе, и в труде на тебя быть всем похожим. И спортсменами стать тоже. Это клятва всех ребят. Физкульт, ура! Наш тигр Игнат! Брысь, чего учиться пора? Сейчас пойду и расскажу. Попробуй. Никому ты ничего не расскажешь. А если расскажешь, то такого позора я своему злейшему врагу бы не пожелал. Тебя все засмеют. Игнат, Климов. Здравствуйте, Кирилл Кириллович. Здравствуйте. Извините, Кирилл Кириллович, Игнату перед уроками нужно сосредоточиться. Мама! Что? Ты кто такой? Алёша. Какой Алёша? Твой родственник. Мой родственник? Твой дальний родственник. Я тебя знаю. Ты Коля. Да. Твоя троюрная сестра, твой двоюрный брат... О, спутал. Твоя троюрная сестра, двоюрный племянник. Твоей матери поженился на мой отец, и они сейчас уехали. Кто уехал? Мама с папой. А меня сюда прислали учиться. Наверное, в твоей школе буду. А в хоккей играешь? Нет. А я на коне скакаю, с ружья стреляю и самбо занимаюсь. Чемпион школы. А не врешь? Вот смотри. Здесь. Братцы, мы спасены, ну и родственник. Здорово, ты откуда взялся? С луны свалился, разве не заметно? Нет, я серьезно, к Игнату, что ли? Много вопросов не задавай, а то по шее получить тоже можно. Потом твоя мать будет жаловаться. Хочешь? Спасибо. А мы в финале с тиграми играть будем. В финале? С тиграми? Ха, вы обязательно проиграете, потому что у них играет Игнат. Вот как играет, даже вас нет и не видел. Предложение есть? Есть. Пока мисс они играют, ты что? Ты выйдешь через мой труп. Я тебя сторожу. Что? Осторожно! Вы что здесь безобразничаете? Здрасте. Здравствуйте. Я к Игнату заниматься. Я его как брата прошу, чтобы он русский помог, а он не хочет. Игнат, помоги, проходите. Следующий. Молодец. Только спину ровнее держи. Раз, следующий. Два, три, четыре. Раз, два, вот так. Четыре. Мягче, мягче. Ноги только вместе два, нужно держать. Три, четыре. Раз, хорошо. Два, три. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мягче, мягче, веселее. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мягче, мягче. Вы же котята, а не тигры. Ну-ка, быстрее, быстрее, быстрее еще раз. Эх, эх. Ну какой же ты тигр? Ты котенок. Давай еще раз. Следующий. Молодец. Винчка, ваш выход быстрее, тревожнее, курица. Кут-кудах-так-так. Громче. Кут-кудах-так-так. Громче. Стоп, стоп. Где же вы видели, чтобы курица била себя по бокам, как плетьми? Посмотрите. Кут-кудах-так-так-так-так-так-так. Кут-кудах-так-так-так-так. А? Убедительно, похоже. А? Ну, я же так и делаю. Представьте себе, что именно не так, и именно не так. Мне, как режиссеру, гораздо виднее, так или не так. В конце концов, когда прекратится этот грохот? У меня спектакль на выходе. Спортзал предназначен как раз для таких занятий. Можно делать это потише, элегантнее. К сожалению. Прошу вас. Хорошо. Зато тихо. Левченко, давай. Люся, ваш выход. Плачьте, Люся, плачьте, ну.
Так. Ну а теперь кто мне ответит по дополнительной программе? Что такое тропики? Кравченко. Там жарко. Как жарко? Там даже яйца зарывают в песок и пекут. И куда зарывают? В тропики. Иди к доске. Ну, Слав, ну скажите этому Дмитрию. Ну-ка, идите сюда. Кто? Оба. Всей тройкой идите. Хоккеисты? Ага. Смотри, вот здесь, вижу. Вот это. Сейчас мой прогноз относительно отсутствия у вас знаний подтвердится. Что такое тропики? Моя натура к доске. Даю наводящий вопрос. Сколько их? Ну, Кравченко. Два. 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 Да. Да, два. Вы в этом абсолютно уверены? Вы же мою натуру знаете. Знаю, знаю. Назовите. Козерака. Игнат, ты молодец, умница, профессор. Я тиграм клятву давал, понимаешь? А у них в голове только одни шайбы. Даже говорить не о чем. И ты молчишь. А сегодня кино хорошее. Идет только один день. Ах, я тебе русским языком говорил, нельзя. А я Зинкино платье надену. Никто не догадается. Я еще молодой с девчонками ходить. Ты же не с девочкой пойдешь, а со мной. А кто узнает? Вчера на тренировке нос поцарапали. Стыдно. Квадрат гипотенузы равен. Лучше помоги квадрат мне по-русскому. Гипотенузы равен. Да что ж такое? Вчера в супе шайбу обнаружил, а вот сейчас из сковородки вытащил. Да что ж мы, шайбы вместо котлет будем есть, что ли? Ничего, дедушка. Люди голодают, сапоги едят. Квадрат гипотенузы равен. Смотрите, уже второй этаж готов. Ох, мальчишек здесь будет. Ничего, Зинка, скоро мы тебя заменим. Тише, меня. Тише, умоляю, дедушка, тише. Дедушка, дедушка, раскатай! Что такое? А ну-ка, раскатай его. Дедушка, у нас конспирация, ему нельзя на улицу. Конспиратор, я вам покажу конспирацию. А ты-то что смотришь? Нужно было мне псовать. Ребята, что же вы над парнем издеваетесь? Такого бандита к нему приставили, что одного вида испугаться можно. А тебе, Матозина, я все маме расскажу. И раскрою вашу конспирацию. Алеша, что здесь происходит? Ничего, сам был. Он меня геометрией усыплял, хотел в кино пойти. В кино? Пожалуйста. Мы не такие эгоисты, как ты, но знай. Алеша пойдет с тобой. И будет твоя тень, как у Гамлета. У Гамлета тени не было. Никуда он не пойдет.
О, видали? Я его сам тренировать буду. А тебя, Алёшка, он еще не раз в ковер закатает. А ну-ка, быстренько все отсюда. Быстренько, быстренько. Кому я говорю? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Игнат? Я не Игнат, я Зина. Зина я. Игнат в хоккей играет. Прямо не отличишь? Мы же близнецы. Нас даже дедушка путает. А? Люська, я себе платье шила. Хочешь, покажу? Покажи. Ну как, нравится? Просто чудо. Зиночка, ты знаешь, Стебелкин сердится. Просит, чтобы ты немедленно была на репетиции. Кто, я? Ну, конечно, ты, не Игнат же. Отвернись, я сейчас переоденусь. Ну, пойдем, а то там Стебелкин ждет. Послушайте, девочки, у вас строгие родители не выпускают вас на улицу. Но вот, мама-кошка пошла на кухню жарить котлеты из мышки, а папа стал смотреть хоккейный матч. Вас хоккей не интересует, и вы осторожно выскользнули за дверь. И там-та-дам-та-дам-та-дам. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Элегантнее, легче. Раз, два. Побежали, побежали. Раз, два, три, четыре. 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 Улыбочки! Улыбочки! Ну хорошо, я вами доволен. Вы свободны. А теперь репетируем сцену кошки и курицы. Зиночка, ваш выход, пожалуйста. Зина! Быстрее, быстрее! Что это за вид у вас? Вы же интеллигентная курица, а не общипанный петух. Ну, начали. Внимание. Даю аккорд. И! А, Муходок. А Игнат с Люськой в кино ушли? Да, ушел. Как ушел? Вот так, ножками. Дедушка, где Игнат? Люська? Что случилось?
Ну? Вы что, не работаете над ролью и совершенно забыли текст? Показываю. Смотрите мне в глаза. Кудах-тах-тах-тах-тах. Ну, двигайтесь и кудахтайте. Тах-тах. Да не тах-тах, а кудах-тах-тах-тах-тах. Кудах-тах-тах-тах. Давайте, давайте. Тах-тах-тах-тах-тах. Я вас умоляю, посмотрите еще раз. Ну, посмотрите. Кудах-тах-тах-тах-тах. 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 Не верю. Ни единому слову не верю. Но где вы видели, чтобы курица так кудах? Ах, 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 ах. Начинаем всю сцену сначала. Идите за дом. Быстрее. Зина, вы видели, как ваш брат играет в хоккей? Смотрите мне в глаза. Прием, удар, прием, удар. Какая реакция на партнера, какая оценка ситуации? Ваш брат талант, а вы не можете сыграть роль какой-то курицы. Я не нахожу слов. Смотрите на меня. Сколько раз вам повторять? Смотрите на меня. Свет. Зажгите сейчас же свет, когда прекратится это безобразие, в конце концов. Минутку. Кудкудах-тах-тах, 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 кудкудах-тах-тах. Ничего не понимаю. Кудкудах-тах-тах, 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 кудкудах-тах-тах. Все. Репетиция окончена. Кажется, я серьезно заболел. Я же не хотел просыпаться. Я не виноват. Иди, не до тебя нам сейчас. Люська, как ты думаешь, проболтается? Не то слово, будет строчить на каждом углу. Вот это движение нужно легче делать. А ты неправильно делаешь правой ногой. Угу. О, дубль Зины тоже здесь. Ну что вы, мальчики, честное слово. Ешь землю, что никому не скажешь. Но ведь земли нет, только один снег. А вот. На. Может, лучше мороженое? Ешь, интригалка. Приятного аппетита. Но знай, если пикнешь, твой кошкин дом сгорит. Ты мою натуру знаешь. Домашнее задание выучил? Полтаву, что ли? Да, отрывок из поэмы Пушкина «Полтава». Ну, выучил. Зарит восток, зарею новый. Горит восток, зарею новый. Уж на равнине по холмам грохочут пушки, и багровый из шатра выходит Петр. Так что же делает багровый Петр? Тамара Вадимовна, можно я дальше своими словами? Я выучил. В общем, наши раскатали шведов на сухую, как под Полтавой. Двойка, Кравченко. Климов. Горит восток зарею новой, уж на равнине по холмам грохочут пушки. Дым багровый кругами всходит к небесам навстречу утренним лучам. Полки ряды свои сомкнули, в кустах рассыпались стрелки, катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки.
Не понимаю, куда смотрит совет отряда? Как ты можешь считаться лучшим учеником школы, если товарищ из тебя самый никудышний? Ты посмотри на своих друзей. Они же плохо учатся, но они благороднее тебя. Они научили тебя играть в хоккей, а ты? Разве могут быть спортсмены такими невеждами, как тигры? Я специально узнавала, ребята. Майоров и старшинов были прекрасными учениками. Все остаются на местах. Ребята, сейчас мы проведем сбор отряда. Сейчас нам надо обсудить поведение тигров. Тигры, встать! Кто хочет высказаться? Давай, Алик! Что тут выступать? Запретить им играть и все. А вдруг они золотую шайбу получат? Ну и что, подумаешь, герои? Они в двойках ходят. Ну, у них же и тройки бывают. Им надо играть на приз. А если они попадут в золотую шайбу, про них надо написать в газете, что они двоечники. Климова. Что скажешь, Игнат? Товарищи по команде выручить не хочешь? Так как же, Климов? Ясно. Запретите им играть. Ребята! Кирилл Кириллович! Ну дайте нам месяц сроку! Честное слово! Вы мою натуру знаете! Пусть играют! Ура! 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 Ну, тигры, смотрите, вам поверили. Даю тебе честное слово, буду хорошо учиться. Я дал слово на совете отряда. Николай, ты сведешь меня в могилу. Я поломаю все твои клюшки. Мама, не сведу я тебя в могилу. Да не сведет он вас в могилу, клянусь, мама. Сядь и ешь. Даю тебе слово. Через неделю 3 пятерки. Ты мою натуру знаешь. Знаю, знаю. Ешь. Коля. Ну? Я скоро уеду. Как хочешь. Я что вам плохого сделал? Сам знаешь. Я почему уснул? А ты злой, очень злой. Не злой, а справедливый. Кто справедливый? Ты справедливый! Почему я уснул? Днем я в школе, вечером Игната сторожить. А заниматься когда? Русский когда делать? Я тебе просил помогать, а ты не помогал. Сам делал, а ты уснул. Пойду к Игнату извиняться. Ну, иди. И пойду. Игнат, я к тебе извиняться пришел. Что надо? Я пришел извиняться. Давай с тобой дружить. Ты умный, а я ищак без мозга. Хочешь, сам покажу. Ложись! Встать!
Ложись! Встань! Ну и тигр. Алёша, ты? О, Муходох! Дорогой Муходох, присаживайся, гостем будешь. Ты что здесь делаешь? Не видишь? Отдыхаю. Я Игнату самбу показала, а он меня в ковер завернул. А Игнат ведь в хоккей играет. Да, он меня замотал и сам ушел. А Зинка где? Откуда я знаю? Откуда я знаю? Я здесь лежу, ко мне никто не приходил. Слушай, как брата прошу, размотай меня, пойдем, а то стыдно. Да сядь ты, наконец! Ну, не маясь перед глазами. Батя в школе был. Больно. А у меня мамаша клюшку сломала. А меня мать обозвала балбесом. С Игнатом неловко получилось. И еще Люська тут. До премьеры она не проболтается. А потом? А потом что-нибудь придумаем. Да что тут думать, играть надо честно. А с кем играть-то? Ребят во дворе нету. Игната тренировать надо. Игнат! Что вам еще от меня нужно? Знаний, профессор. В твоих руках судьба тигров. Нашло, наконец. Я же говорил, что в наше время людей ценят не по крепости ног, а по силе ума. Правильно. Проходите, Кирилл Кириллович. Спасибо. Здравствуйте, Кирилл Кириллович. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как видите, уроки делаем. Вы мою натуру знаете. Знаю. Ох, и хвостун же ты, моя натура. Ну да. Да. Ну вот что, тигры, в воскресенье едем в Москву на большой хоккей. А не шутите? Ты же мою натуру знаешь. Ура! Ура! А билеты достали, а? Во сколько? Какой играть будем? А ты что, Игнат, не хочешь ехать на хоккей? Почему? Хочу. Хорошо, да. Опять проигрываем, а ты говорил. Пас! Yeah!
Еще лучше стоит! Женька, ребята! Кириллович, я хочу вам сказать... Я все знаю, Игнат. Все. Понравился тебе хоккей? Да. Ну, а как твоя теория насчет головы и ног? Я буду тренироваться. Вы на правильном пути, профессор. Выводите. Давай! Пустите его! Самое страшное первое падение. Ну точно корова на льду. Ну ты, козерака. Ну ты, мотозина. Пустите его. Написали? Диктуй дальше. На лед пора. Конечно, пора. Машина ехала по улице с зажженными фарами. Машина ехала по улице с зажженными фарами. Да фарами, а не хфарами. Козерак. Через две недели Игнат будет стоять на коньках не хуже Зимы. Рывок у него слабоват. Советую почитать. Здорово. Здорово. Кэп, пойдем побросаем, что ли? Пойдем, правда. Перетренировка вредна. Видел, как вчера Мальцев в третьем периоде скис? Перетренировался. Интересно. Смотрите, Зинка бежит. Ребята, у нас через две недели премьера. Что? У нас через три недели финал. Погорели. Коленька, миленький, ну сделай же что-нибудь. Кэп, надо сорвать премьеру. Премьеры не будет. Люську я беру на себя. Ты мою натуру... Знаю. Твой родственник уже проспал Игната. Люську я беру на себя. Люська, здравствуй. Здравствуй. Тебя, кажется, можно поздравить. Можно. У тебя скоро премьера. Да. Слушай, Люся, у меня есть лишние билеты в кино. Может, пойдем, а? А почему это ты приглашаешь меня, а не Зинку? Ну, во-первых, ты у нас самая красивая. С тобой не стыдно ходить. Ну, хорошо, я согласна. Я тебя жду в 2 часа у кинотеатра. Не придешь? Во! Извини меня, Кэп,
Ко мне пришли девочки, и к тому женщине надо прощать опоздание. Пошли, женщина. Ну. Эх, жаль, не успели мороженого купить. Подумаешь, на журнал опоздаем. Я сразу 5 могу съесть. 5? Да я 10 съем. 10? Ты хоть бы 2 съела. А 25 не хочешь? Съешь. Съем. Спорим? Спорим. Иди покупай. Мороженое есть? Есть. Иди сюда. На все. Не замерзнешь? Нет. Бери. А что будет, если я выиграю? Что хочешь. Тогда я всем расскажу про Зинку и Игната. А проиграешь, молчишь. Через 2 недели финал. Тигры играют лучше нас, но они проиграют. Почему? Хм. У них вместо Игната играла Зинка. Не может быть. Ну да. На финал они выставят Игната. А он хоть на коньках стоять умеет? Умеет, не хуже тебя, натаскали. Значит, сделаем так. Перед финалом Игната украдем. Они выставят Зинку. Мы скажем, подмена, нарушение правил и золотая шайба в кармане. Молодец, Мухомор, так и сделаем. Здорово. Молчать об этом нужно, никому не говорить. Я против. И я. Ну и что, что девчонка играла? Ну, как хотите. Я же вам лучше хотел. Эх вы! А на 8-й штуке она на всех дышала паром, а на 10-й? А на 10-й она покрыла синим и примерзла к стулу. После сеанса я отдирала ее. Теперь ее 10 дней из дому не выпустят. Вот уже скоро дом сдадут. Мальчишек здесь будет. Ну ладно, я пошла. К Люське зайди, узнай, что с ней. У меня завтра с Тамарой Вадимовной булит. 4-0 в мою пользу, обещаю. А мне один бросок по математике, я отличник. А у меня перевес минимальным преимуществом. 3-ечки еле-еле. Ты вон какой длинный, доходит, когда жирафа. Тупой, как сибирский валенок. Не тупой, а ленивый. Пойдем, Коль, побросаем. А вы заниматься. Слушай, Козерак, если к концу четверти окажешься с минимальным счетом, выгоню из команды. Вон Женька тебя заменит. Уловил, крошка. Жень! А Жень! Ну что тебе? На вот эту записку отдай Игнату. От Алёши, срочно. Пусть придет новый дом. Давай, давай! Игнат, тебе записочка. Дорогой Игнат, приходи в новый дом. Срочное дело, Алёша. Дедушка, больше ничего не просили сказать? Да я никого не видел, ее в дверь просунули. Хорошо, я побежал. Приходи на хоккей. Ладно. Алёша! Алёша! Алёша!
Алёша! Алёша! Открой дверь! Я же на игру опаздываю! Предатель! Ребята, вы смена нашим выдающимся мастерам хоккея, чемпионам мира и Олимпийских игр. Не забывайте об этом. Высоко несите знамя советского спорта. От имени Федерации хоккея поздравляем вас с большим спортивным праздником. Розыгрышем приза «Золотая шайба». На поле вызываются команды мальчиков города Воскресенска. Команда «Светлячки». Козерог, потуже затягивай. Андрей Свидерский. И команда... Куда он пропал? Не знаю. Сейчас придет. Уже вторая сирена. Быстро одеваться. Эх. Да куда он запропастился? Вечно он опаздывает. Где ты был? Помогите одеться. Время. Ребята, пошли. Что же вы сидите? Быстрей! Где Игнат? А разве его нет? Его Алёша в новый дом позвал. Я сам записку передал. Не может быть! Он только что здесь был. Все понятно, моя натура. Это твой родственник его украл. Что? Не смей так говорить. Женя, найди Алёшу и... Матазина, одевайся. Ребята, если выиграете кубок, его вам будет вручать чемпион мира Валерий Никитин. Ну, ни пуха, ни пера вам, тигры. Ни пуха, ни пера. К черту. Тигры, на лед. Телебом, Зиночка. Прогноз оправдается. Тигры выиграют. Когда нет неба над тобой, и лед уже не голубой, и нет дороже слова, чем держись. Считай, пришла твоя пора, и началась твоя игра, где две минуты жизни – это жизнь. Хоккей ты детство с клюшкой в руке, и первое сражение на катке. Здесь нет дороже слова, чем держись. Здесь две минуты жизни, это жизнь. Да-д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 а
Ля-л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 я. Когда тебя притрут к бортам или будут гнаться по пятам, чтобы обойдя напасть на вратаря, а ты дотянешься и все ж его прикроешь и спасешь, считай, что прожил этот день не зря. Хоккей ты, детство с клюшкою в руке, ты первое сражение на катке. Здесь нет дороже слова, чем держись. Здесь две минуты жизни – это жизнь. Ла-л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 ай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ведут светлячки. Шайбу забросил Игорь Кетча. Ничего, Козерог, не расстраивайся. А ты толкай их тоже. Ладно. Ищи внизу, а я наверху. Кого украли? Не украли, а Муходох похитил. Кубок, финал, игра. Шайбу забросил Андрей Свидерский с подачи Димы Баранова. Шайбу забросил Игнат Климов. А что, мастера? В втором тайме 5 шайб. Вышли бы и забили бы. Да мне надо было пасовать. Да ты был. Понял. Не зарывайся, Матозина. Спасибо, дяденька. Давай быстрее. Спасибо, дяденька. Привет. Где ты был? Алёша с Женькой выручили. Одевайся. Между прочим, мой родственничек. Пойдемте к ребятам. Не надо к ним сейчас ходить, они обещали обязательно выиграть.
Зиночка. Подальше, подальше от линии. Кут-кудах. Сосновский с подачи Вити Снаркова. Счет смена. 3-2. Ведут «Тигры». Шайбу забросил Игнат Климов. Стойте, стойте! Чего тебе, девочка? У них подмена, это девочка. Я девочка? Да, девочка. Ты что, во? Он девочка? Да, это Матозина, поверьте, я знаю. Да, это Матозина, я подтверждаю. Мы с ней в одном драм-кружке занимаемся. Это я, Зина! Девочка, уйди с поля, потом разберемся. Ведут «Тигры». Чудо ты мое! Впервые кубок «Золотую шайбу» выиграла команда «Тигров» из поселка Семиславка. С заслуженной победой «Тигров» поздравляет команда мастеров «Химика». Кубок капитану команды Вите Кравченко вручает чемпион мира Валерий Никитин. Капитан, вы честно заработали свой кубок. Держи. Поздравляю, ребята, вас всех. Желаю вам дальнейших успехов. Дяденька, а меня? И тебя поздравляю, тигренок, от всей души. Держи. Ребята, мне Кирилл Кириллович все рассказал. Вы молодцы, мальчики. Вы стали настоящей командой. А это самая большая победа. Желаю вам дальнейших успехов и в спорте, и в учебе. Зина, это твой кубок, твоя победа. Хоккей не кошкин дом. Пластика, какая выразительность, симфония жестов. Она у меня курицу играет.
Да. Спасибо, Алёша. Держи, старина. Родственничек. Выручил. Алёш, ты извини меня за предателя. Спасибо, ребята. Спасибо. Подождите! Зиночка, это вы? Я не Зина, я Игнат. Зина там. Вы опять ошиблись, товарищ Стебелкин. Зина вот. Где? Там. Зиночка, это вы. На этот раз я не ошибся. Это было, извините, потрясающе. Гениально. Замечательно. Вы даже не представляете, какая вы талантливая. Вот пьеса. Вот пьеса «Золушка». Если вам понравится одноименная роль, она ваша. Водитель, остановите автобус! Музыканта нам не хватало. Тигр, тигр. Ничего, обкатаем. За тебя притрут борта и буду мчаться по пятам, чтобы выйти без тебя на вратаря. А ты дотянешься и все, чего прикроешь из пощечин, считай, что ты живешь уже не зря. Как едет детство с Лёшкой в руке, ты первое сражение на катке. Здесь не дороже слова, чем держись, и две минуты жизни — это жизнь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жизнь, не две минуты жизни, это жизнь.